Всем привет! Сегодня я продолжаю рубрику «Праздничный стол за 2 часа». У меня уже есть рецепты, заходите, смотрите. Но сегодня у меня горячие новогодние шары. Подавать можно, вот каждый должен брать, вот такой вот один шарик. Как я его готовила и что там внутри? А вы смотрите видео и все увидите. То, начинаем готовить это блюдо. Это блюдо у меня сегодня, оно для обеда, но на праздничном столе оно тоже смотрится очень хорошо, особенно когда Новый год, все мишура, все блестит, очень хорошо подходит. Так, вот мы купили вот такую вот, смотрите, грудинку без кости. Я ее посолила, поперчила и оставила, вот пусть немножко маринуется. Не добавляла растительное масло. Дальше, картофель я очистила и две вот такие вот луковицы, картошек 8 штук. И сейчас это принцип, вот знаете, как я готовила шашлычки из картошки. И теперь нарезаю таким брусочком, где-то 7 миллиметров, не сильно тонко, вот так вот, такие брусочки. Нарезаю картошку. Я нарезала вот таким брусочком картошку и лук, 2 луковицы кольцом. Ну, вы смотрите сами. Я хочу, чтобы картошки было побольше, потому что когда, если для праздничного стола, то с этой картошкой можно и салат кушать, и другие там мясные всякие закуски, поэтому картошечки побольше. Вы можете добавить сюда небольшую морковку. Ну, у меня есть вот такая морковка по-корейски, поэтому я добавлю, ну, я не знаю, ну, вот так вот, 2 раза взяла. Маленькая морковка, если потереть. Теперь добавляю соль, солю вот это все, перчу, то есть специи по вкусу. Теперь я беру фольгу и сейчас, ну я не знаю, наверное, штук 6 надо таких заготовок. Вот старайтесь нарезать, чтобы более не прямоугольник, а квадрат был. Так, на дно этой фольги я вот выкладываю один листик. Дальше беру картошку. Ну, тут распределяйте, потому что у меня тут сильно много морковки получилось. Так, теперь беру лук. Сюда можете болгарский перец, что хотите. Но мне, честно говоря, вот когда побольше лука, мне нравится. И выкладываю вот так вот 2 кусочка этого бекона. Вот так. Можете чуть-чуть еще. Но я солила и бекон, и картошку по вкусу все. Можете чуть-чуть специями передать. Я имею в виду перец или что вы там хотите. Так, и теперь вот так вот собираем, как мы делаем манты или хинкали. Чтобы у нас тут не было, старайтесь, чтобы не было дырочек. Вот так. Ну и передаем форму. Если там маленько будет, не страшно. Это пар будет выходить, ничего страшного. Так, и передаем форму более круглую. Вот так. Чтобы это было чем-то похоже на шар. Вот так. Все. Сейчас я это все формирую, выкладываю на противень и, не отправляя в духовку, пусть вот такая заготовочка постоит минут 20-30, чтобы вкусы все смешались. И тогда, а тогда я вам покажу. Вот такие новогодние шары готовы. Этот самый большой, потому что последний. Все туда пошло. И еще вы можете добавить чесночка. Вместе с лучком можете порезать мелко такой чеснок и добавить чеснока. Это по вкусу. Все, пусть стоит. 30 минут может легко стоять, даже может и час стоять. 40 минут прошло, я ставлю в духовку 180 градусов, ну, я думаю, минут 40, до готовности картошки. Что, 25 минут прошло, осторожно, сейчас я вытащу, один приоткрою и посмотрю, по одному будем смотреть. Ничего не открывается, ничего не течет. Можно кусочек сливочного масла, если у вас много жирненькое, на дно картошечки положить, ну, будет так, как есть. Ну что, вот я открыла, смотрите, картошечка уже мягенькая. Конечно, если вы хотите, чтобы поджарилась, нужно открывать. Но, так как я сказала, что это будут такие шары, как говорится, новогодние, так пусть они такие будут подаваться, будут прямо так, как они есть. Все, можно выключать, потому что это как подгарнировка, как основное, как горячая закуска, как подгарнировка к блюдам, которые у вас стоят на праздничном столе. Достаем нашу вкуснятину. Вот такие новогодние елочные шары у нас получились. Сейчас будем пробовать. Ну что, пока постоит на столе, пока гости сядут, соки остановятся, уже кипеть не будет. Так, я беру тот шар, который я открывала.
Вот так каждый возьмет себе. Вот так вот откроет. Ай, какая красота. Можно так прямо в горшочке вот так делать, оставлять. Смотрите, какая красота получилась. Еще раз скажу. Ой, вилкой. Если хотите, чтобы было чуть-чуть зажаренное, то нужно вот это вот мяско, нужно открыть эту фольгу, и все у вас будет хорошо. Вот так, как горшочком. И знаете, чем хорошо это еще блюдо? Вот у вас есть горячее. Вы берете здесь какую-то нарезочку мясную, какой-то салатик, чтобы это все не смешивалось и не портило вкус, как говорится, перебивало вкус всех других блюд. Вот так вот хорошо вот в этом мешочке. Картошечка приготовилась замечательно. Смотрите, там он сколько жидкости. Он там внизу, видите, я немножко приближу, чтобы вы увидели. Это то, что нужно, ребяточки. Смотрите, какое сочное вот здесь. Вот видите, картошка разваливается. Сюда можете какой-то соус. Я не знаю, я добавлю, наверное, хренчика чуть-чуть или... Будем пробовать. Картошечка. Горячая. Конечно, вы видите, что горячая. Вкуснотень. Но мне нужно немножечко присолить. Нет, если я тут буду брать салат, может, все и сольется. Но мне чуть-чуть как будто бы недосоленное. Я сейчас возьму немножечко хренчика. И мы с вами попробуем с мяском. Ну что, давайте будем пробовать то, что я говорила. Вот на тарелке я выкладываю тут салат, соус, что хотите. И вот немножечко беру этого соуса. Ну, просто вкусно. Давайте попробуем, что же у нас тут с мяском. Что-то склеилось. Кусочек я сейчас вот так возьму. Можно, если вы хотите, обжарить немножко вот этот вот бекон. Ну, ребят, ну жарено много. Тем более, что вот эти праздничные застолья, такая нагрузка на печень. А? Мягенько, вкусно. Замечательно, ребят, просто замечательно. Все. Я не думаю, я уверена, что вы приготовите шашлычки очень, но там немножко больше, там нужно копченое это все одевать на палочки, у кого они есть, у кого нету, фольга есть у всех. И вот такие вот шары превращаются в вот такие чудо-горшочки, чудо-горшочек вари. Все, мои хорошие, пусть у вас все получается, самое главное, чтобы у вас было здоровье, хорошее настроение, потому что праздник это только желание. Загадываем. Это только просим то, чтобы все были здоровы, счастливы и, самое главное, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч, до побачення, до новых зустрічей.